Дядю Лето. Сейчас Лошинская по мужу. А моя девичья фамилия Илиозова. Я родилась и выросла на Тацминде, района города Тбилиси. Тацминда — это в переводе означает «святая гора». И люди здесь живущие были как святые. Народ, который здесь жил, принес Грузии очень много интересных и знаменитых людей. Я жила в переулке Котамесской, это знаменитый театральный режиссер. Соседом моим был Сергей Параджанов, знаменитый кинорежиссер, признанный всем миром, получивших неоднократно большие гранты. Я родилась в этом доме, который купили когда-то лет за 100 мои предки. Стоит стол, на котором я тоже родилась. Смешно сказать. Здесь прошло мое детство любимое. Я сейчас заплачу. Я очень скучаю, потому что я вышла замуж в другом городе. Я, конечно, очень скучаю по своему родному дому. Здесь я училась на Мтацмине. Я училась еще в балетной школе имени Вахтанга Чабукьяни, знаменитого балетмейстера, который поставил мужскую роль на первый план. Закончила я тоже Мтацминскую школу. Поступила в институт грузинский политех. По специальности я инженер-электрик. Увлекалась джазом. У меня очень много было знакомых друзей, которые любили играть джаз. Собирались, садились, кто за контрабас, кто за пианино. И занимались джем-сэшеном. Это было очень интересно в этой жизни. У меня много друзей в консерватории. Товарищем был Тимур Ахобадзе, знаменитый пианист. Он объездил весь мир. Киви Джибладзе. Амсахшип Цхоров Атасхра Самузда Отхи Цлидан. Параджанов Киви Даро Чамобзанда. Киевши Могаце Обда Питон Параджанов Да. Ро Чамобзанда Им Дгидан Витстон Магац. Шесанишнави Пировнеба Его. Кетили Гаци Его Залиан. Халс Эхмаребода Гачи Ребулс. Эхла Мезобел Гарда Ицвала Ахада. Авида да цхвари иқиде да бум шестира ими сахелзе караки моконда утебит да мезоблебс уригебда да монацилебда ро ме 90-иан цлебс 1980-иан цлебс чирда цхвреба квалифери чирда хо да кет эхмареבודа халс ту садме цавидода уцхоетчи унда чамоетана бавшебисвис тансацмели ანსაცმელი მოქონდა, საცმელს ურიგებდა ხალხს. ერთხელ დავინახე, რომ ტუფლი ეცვა წესიერი. საღამო ჯამში ტუფლი არ ქონდა, ფოსტები თუ რა უქენდა, ის ვაჩოქე ის ტუფლი არ ქონდა იმასო და შემეცოდაო რა უნდა მექნაო. ასეთი კაცი იყო, მერე საჩუქრები მოქონდა, ნოხს ჩუქრი და რა ის ბევრამებს. სურათია ერთი ნაჩუქარი და მაქვს სახში. Мачука, сурати мачука. Беураме бис чукре бе ондо да ми арми кварда ма гамо гамортве маро. Нохи конда тюрпаси нохи момитана да дами кида кедельтан. Ме утхар одисна цей ара шени арис ара ме утхар. Хода исев да убруне укан. Вела перс чукни да акетев да шушиз га лагатев хатру хатру лат акетев да. Ну титон. Арги адамяни иго, кетили иго. Велас ехмаребода. Ритат шешедло.
Ел шегене саме говорувда, соби коти аврул тан. Хо, гавиц уела. Ара, тхомни тарапел сарт ховудан маграм. Чуен нидзелу бро, мато хелайго. Сачмелс койл тюкут. Дге аргавидодар руами методебия. У, рацко да укварда, гацо, миртвемда сугуела перс. Дагест Нурив верцхлис курсакиди тависи цебит. Эсет даде були його ам тетреулзе. Ну арапей да ме ордгес укоро мивдиодит да онда гамовсули гави сахлидан гамовидит чамовида, шемовида дагулоца, айго хилис диди ваза, часха имаши шампаниури. Когда раскуя, и все ушло в торо, арлотца в то, так шум балконзе машин схванайрия из конда им шено, баски и гавит катаре булика, кто мана народ схороб, зовут ин эзос хридат. Так улотца гагуацила, тютонац гашала хелеби, балконзе гуацегуа, да эхла удалоцулеби опили гавит, вот гамогвишуа асе. Но им дридан вицно по дидебули пиронебай оцалиян. Уангарот шедло, сикетис как это ба, исеро и кетара персарит ховда, да сикетис кансахиере ба и орасат куя, а се кавицани серго, а се таит очуани уртиертоба. Ну мере да мере упро, хамашина ахалдрзали вигавида, если ахло сар вигавида, мере хов хедавди. Ра категория халхи модиода, ра уртиертобеби иго. Ковертус магистрали ари го дрей го гамей го ковертус халхи гауда ковертус ари го исеро мардо копил го ерта дерти албат ерти ори саати троса идинебда им шемтхойваши туара. Сочаши, гавицани, само да целс. И кидан, чамо веди да гавкавицоват, гави паре. Не ги го. Да все мохтим да твиндазе. И ми смерия кавар. Хавс от хишвили. Ме угле марталия, абхазети сам ши моми клес. Аму бан широмо веди, аки го дзанка и халхиц ховров да дзанай. Ерти оджахи иго, ерти да иго ревда, аба дгес расва кетебт гого ебо. Ме гвино мак, исит хода ме лобио мак, исит хода катами мак мохаршул. А эсэ гровдебоднен, мезоблоба, ертад висхедит, чамдин да сва, гадда сареви урти ертоба. Ай егети, оджахи иго, ерти оджахи иго эсэзо. Ерти оджахи, мартали ехла, беври цави да беври кера дзиритадат, винц иго. А каури мацхоре бели кое-ла цавиде да кое-ла згмет мацхонас магати сублеми. А им традицијит взрди чем швилепс, рац ак в нахеме. Метитон шуид метитлис вихави, метитон армес муда рога втхолди. Машин патара вихави да. Рац ак дави нахем татминдаз ерт булоба, мезоблоба, натесаоба. Ерт манетиз нацлоба да.
Чири ерти иго, хини церти иго. А им традиция витац газарды чеми шулеби да миндаро, чем машвили шулебмаз да, кейдо тема богатиса, а гет традиция вит газардон имена картули сулит. Мы мартали атитон аравар картули, вара зириели. Маграм сакартвелос отхи шули гаучине да, вам акоп чеми шулеби да. Вот я сижу, а за мной в окошке виден дом, в котором жил Сергей Параджанов, знаменитый кинорежиссер, признанный всем миром. Сергей Иосифович, вот я помню, когда он уже уезжал, совсем молодой был. Это было, ну, я тогда была совсем маленькая, конечно, но помню, он был другом моего отца и моего дяди. Даже когда он приехал, потом всегда говорил, вот как моей соседке девочке говорит, представляете, говорит, я, говорит, приехал, говорит, а мои друзья, друг, уже умер, потому что мой отец умер в 45 лет, очень молодым. Так вот бывает в жизни. Сергей Иосифович очень интересным человеком был. Были случаи, очень даже смешные с ним. Он часто приглашал меня в гости, потому что, чтобы я помогла там ему на встрече гостей, принимать гостей его. Звал он меня и тогда, когда была Таганка. К сожалению, сейчас у меня нет фотографии, где я с Сергеем Иосифовичем разношу инжир на подносе, но это, я думаю, что как-нибудь это упущение мы так прикроем, сделаем. Высоцкий, был им в гостях и Высоцкий, но один от театра на Таганке. В день, когда Таганка, был банкет Таганки, у любимого родился сын, и поэтому он не смог присутствовать на встрече Таганки, к сожалению. Уехал к своей жене, чтобы увидеть своего новорожденного сына. К Сергею Параджанову приходил представитель культурного мира, главный архитектор города Тбилиси Буца Джорбинадзе, хореограф знаменитый Зарецкий, который ставил танцы и преподавал мне хореографические танцы в знаменитом хореографическом училище Закавказья имени Вахтанга Джабукьяни. Я там училась до 8 класса, но у меня грудь была большая. В 8 классе был 3 размер, а это для балета это... Не это, как говорится, порнография. Самое интересное, что у него был стол 40-ножка. Стоял. У него стоял такой большой, не медный, а вот металлический тазик, в котором он мыл посуду. Причем в одной и той же воде все тарелки и все чашки. Это был цирк. Вот. А я всегда помогала ему накрывать на стол. Там. Мыла зелень, чистила, там, готовила, резала. Ну, как близкая соседка. У нас вообще так принято помогать друг другу. В Грузии, я имею в виду. Он всегда говорил, вот представляете, я приехал, а тут моих друзей, дети, сиротами, и вот я им помогаю. Правда, чему? Я не знаю больше, я помогаю.
Я вам всегда, всегда говорю, я всегда возмущалась, когда кто-то приходил, он говорит, вы смотрите, какие красивые у нас, какая красивая женщина, девушка там сидит. Я все время говорила, Сергей Иосифович, да прекратите вы меня демонстрацию мою. А у них что, глаз нету, что ли? Что вы все время рекламу мне делаете? Я говорю, мне эта реклама, я говорю, не нужна. Я говорю. Вот такие были интересные всякие дела у Сергея Иосифовича. Я балкон его, тавидан болом диси. Да, им хар пресс зевитика и ждебода. Ке асе мумартавда ме ковелтис Прокопич, меткода. Ковелтис. Аги буртето вакана, мере, ту инмес бойкманда, сту марс. Мокавда чемтан. Эс мезоблеби ариан эсэнни. Ай, мезоблеби. Чем ме уголия, эс метитона вар. Ես զիա Միրինաշվილի ակ ծխորով դա, Սուրա Սինատաշվիլի ակ ծխորով սեգերի կարիս, ես Միրինաշվիլի առարիս, տանարչեն ես թիատրը, ես Սոմեխի արիս մի դան, Երևանի դան, ռեժիսորիա, եկ էր Կատովսկի, այր եխլա Ռոգոր Սուաբս իմաս գանախ հեբրակույա, բաժես, այ Чем там сахши? Урмарельцы, славдит, а я если меня мизга гзелева, а я сейчас где-то, а я сурати кедельзе. И сада, да труда, мере баже рак аргия, баже уда, слав, чайчики славда. Московский режиссер его да, квари да и сахели арбаксов захламакать сисме. Մատլոբաս գիղթիս խելաստա սատղեզոլոս սուավս։ Ակատ բաժետ խուարսում։ Արա, բաժետ սարսուավս։ Ես բալկոնձ է գադմոտկան, դա սատղեզոլոս սուավսը դա մեր ագեր գինոս ուսխավս։ Բովշի է չեն գոգուա։ Савач мев ди, вас мев ди, хуйноц камам конда, сухвала пери. Исе датура, исе датура тахзе, цамо цва там, зинаре суратия гадаге булияка. Там, ганахев мак сурац. Кширист умреби гонен, лана гого беридзе. Շենգելայի էլտարի դա գոգի։ Ձալիան խշիրիստ ումրեբի ուղն է Սոպիկոդա գոտ է, Ձալիան, Սոպիկոզ է խո, Սայրդոտը աբոտեպ դա ուղարդա Ձալիան Սոպիկո։ Հո, բեջ էդի մաչուկա մե, Մոսկովիդան չամովի դա թուարձտեպի, դա սաղուրեբի ով, աչուկի Սոպիկոս, ով վերցխլի է, զուրպասի դարամի էր արի մար, սաղուրեբի աչուկի ով Սոպիկոս ով, մարդոխելով նեպիս մողաց էբի արա, բուծայ է ջորդի պենած էի գոցնովիլի արկիտեկտո Իանքովսկիս, Աբդուլովս, ծոլեբիտ, լեոնովի, խոտը կավի խետ դիլաստա, ծին էզոշի սարիցխիս թոք էպիրոյի ոգապմուլի, այս սատմից աշեկվետա, դա ումզադեպի ամատի սուրաթեպի, դա ամսարիցխիս թոք էպզիարիս, չամոգիտ Համով այդ դիլաս ռախտեղա կացո ես հարախտունի դա մեր է, իկ ուղելաս դագովալա վիսրանունը կագոյք էթեպինա ձուրպասի սուպրա գավուշալա իկ մեսամես արդորձ է, դա լեոնովիրո չամովի դա արվիցի սատի վիստանի գոդա մեր է Սերգոստան մովի դնեն դա, բատ
Сатурса, да, Сатурша, Павша, Сатурша, Шуаши, Медохоль, это Нохи, Эзодару, Амовида, Эпепепеда, Санамезу, Шемовидода, да, Пина, Нохи, Хода, Эубне, Вахеда, Халича, Нохи, да, Гепинео, как Маудзетуну, да, Ратон Маудзетуну, а если чем вам ты, а как ты вермо, я хочу пикру, Ратон, как Маудзетуну, Ратон утро, если ты обиаруешься. Ну, да, ведь я певри, авда, мусрелиц, абсрелиц, да, Марчелло Рочамови, да, Гуяни, Отзали, Рамисори, Сати, Ойсе. Гарепси, Вираца, Гагунепс, Кахета, Чема, Меурлем, да, и сам. Рахтеба, Йосебович, Йосебович, Сасем, Умартау, Дитхуэла. Рахтеба, Йосебович, да. Эти тутю кайо она карет, ке хлаве хлаве да, ик мсахши кухна первого сортуза конда да, кави да меуре чави да кое мод да, а мы вида рахте памет ки маму гад кода, иса марчелу кавсо стунгнато, да тура мега кавсо утсва то сахел да хело торо гамат ано ро, супра кавушад, бедат ар конда исети арапери ха ужахи ха ортусар арис исети сачмели Лобио, Джавета, Цуанили. Пускай будет. А вот он, эс Лобио, эс Цуанили, да, эс Джаве, и с этой формой Митана, Магидазеро, ай Арвицира. Имас, ай Далиан Дурфа Сачвали Ромигетана, албат Арчедребода, имас, и с этой формой Митана, Магидазтан. Мере, ме ультрас... Мы уголесися, ось Марчелоска, но шен сачукари, травис пиджаки, вильвети шарвали, да, эсэни миса, хода, рато муат ойб, да, хое шен Марчелоска сачукрато, да. Иго рогори читай, рамесро шеставазебди ситуазе, ари уаргоп да имас, да арчерцхвебода, да эртхэр даже ძალიან вамсгавсебди холме мама чемс, да утхари кидео Йосебович метки, ძალიან гамсгавсеб мама чемс метки, да схваташорис исит Йосебович иго мете гаицина араферин, да момери да, мара майнц шеу гаупеде да утхари ро. Мама хали гардацвили мгавда да меутхари ძალიან кайт ансацмели макс мамаси меутхари да туари укадрисебт ро мокцетко давай пускай будет гамомартва ай арц гутакилия хо ყოველ შემთხვევაში ეხა ვინ იყო мама чем ки мама чем იყო мара ეს ამხელა გენია კაცი პიროვნება хо да ро შევხედავდი ხოლმე раме ისეთი თვალით რა Гет, но мама сейчас схвархеда в чем шимет, одахолме. Беврами смог олашеить, либо лана, лана и оберзе, когда ძალიან ხშირი სტუმარი да, сана мезуши შემოვიდო да, ну говорится, одахолме, и цип, кипе, безервамо видо, да, гижи сахшия, а секи трулоб, да, гижи сахшия, сахшива, сахшия, моди, да, узахем, да. Симартлеровка, чем кварц, конда ძალიან. Тауровицы суди сахели, хулигани его. Эти худжериджи, да. Ходе, кличка конда, табуретка. Ковела сухварда. Татминдазе, кацишвили, веритхуц магазет, суд, колорити, хон татминдиц. Ходе, спараджановиц, мшоблебиц. Дзангам тари, хода, патараро ихо. Арицодинро, чем мамам тилсац, Йосеба эрква. Арицодинро Йосеба Швилия, да, его натро вигаца у патрона Баушуя, сулач мевнен. И мы смере сулай эртатихунен, да, ай, зири тогда мы вицно параджану, чем мы угли спридан. И там их ванда холме, да, куда бы там швени вратхан, капризни хохан, и сундо дахан, мара у агресат, когда сарави пировны, багулкет или даравить, певри махсоска им ксергозган. Эртхел, чем куда? Кашвети секлесиаста. Хода апария куди цилиндри шави есети. Цали тупли схвапери, дахеули тупли бисергове, уме бираса кетепа. Ну, я хочу отчествовать, вер видзаходит. Сергей, Сергей,
Мартали, я карту латарвила параководит, русу латла параковницу. Я видел. Сережа, что ты делаешь здесь? Тебе не стыдно, ты милостыню прочь. Пусть узнают эти, бляди, коммунисты, что великий режиссер стоит возле церкви и милостыню просит. Но он это делал для кайфа. Он не нуждался, потому что к нему такие люди приезжали, такие режиссеры, такие актеры, что я не знаю. Наверное, весь свет у него был. Я даже видела и Тарковского здесь, и Марчелло Мастрояни. Ну, я тогда молодая была, не так помню этих актеров. Но очень многих я здесь видела. Очень. Очень хороший, замечательный, добрый человек был. У нас укотара мог видеть, так говорил. Сергу Амо видит назук из горячей, я Рамок видит. Мы пришли к нему в гости, он нас помнил. Мы здесь рядом живем. Так что мой муж почти вырос в их семье. 24 часа он там был. Даже у Сергея были какие-то проблемы с милицией. Мой муж бегал и выяснял. Не знаю, я даже вот уже не помню, за что. Рахатсаши да безгэс. Найраз агармахсос. Хода, аведи, да. Вихави перзимет, сихо само за текст метители. Аведи, там мой его коньяк, эрти ботли давлиет коньяк. Давтвери се магратрон. Тертмечи, арачи вихави Сережа стан витхуйлеми. Тертмечи, рогавачине, бичи, яким нам митхра дедара. Исао, тетри бавши кравто. Гетхо батру арсвавдито. Раз арсвавдиве, он ему текла пахмеля зева, чем бабушка. Параджана, вот он эти ботли, коньяки давлия, и мисс Эревнис. Сергей Осифович очень любил меня приглашать, потому что жена, которая жила в Киеве, кстати, она была кандидатом филологических наук, преподавала литературу иностранцам. И оказывается, я была очень на нее похожа. И он все время про это говорил и даже познакомил меня со своей супругой, когда она вместе с его сыном Суренчиком приезжала в город Тбилиси. Суренчик, сын его, закончил архитектурный факультет. Сейчас я, правда, не знаю, чем он занимается, но тогда это было так. Когда приезжала Таганка, он устроил вечер, пригласил меня как раз, чтобы я помогала встречать их. Я вам хочу сказать, Таганка сидела, это невозможно. Он был такой рассказчик. Они аж плакали от слез. Так он рассказывал, как жил в Москве, что он делал. И вообще подшучивал над людьми очень интересно. Бывало у него и Белла Ахмадулина со своим супругом. Там было всегда много народу, всегда. И племянники, друзья. Чонкадзе на автобусе приезжала и потом спускалась вниз. Я ж прохожу его дом, у меня другой дороги нету. Заодно привет, Сергей Васильевич, чтобы подняться к вам, он говорит, поднимайся. Я поднималась без всякого этого. Он не умолкая, всегда рассказывал разные истории, не умолкая. А, возмущался, когда табор уходит в небо, Латяну там ему что-то написал, он говорит, тоже мне гений, в кавычках. Подумаете, тоже мне табор уходит в небо, сделал. И думает, что он гений. Это он возмущался. Это было.
ეზოში ჩაბოდიოდა, აჯდებოდა ხა, ი ბასეინზე პურმარილ გავშალეთ. ხო, დაჯდებოდა ჩვენთან ერთად, кайფობდა, სვავდა. ბევრი სმელი კაცი არ იყო დიდი. სმარტი და არ უყვარდა. ხო. ბავშვებზე ხო ძალიან ბავშვები უყვარდა ძალიან. Да машин ჩემი გოგოები ამასახში იყვნენ ხა ეს 13 წელი სამარა უფროსი ამაზე პატარა იყო და მესამე სართულზე ასასვლელი წინდან ხის კიბე იყო მაგ მე გადააკეთეს ხო და რო ვინმე სელოდებოდა ხოლმე მარტო ჩემებს არა უბონის ბავშვებს ყველას დაუძახებდა აი ამ კიბის ასასვლელში თითო კიბეზე ჩამოაჯენდა ესე სანამ საჩუქრებს არ მიიღებთ ვიც მოდიოდა სტუმარი მათგან სანამ არ გამოატარებთ ბავშვებს დაარიგებდა ხოლმე ეს იურან კიდე მაგასთან ძალიან არ ვიცი იურამ რო იცი წერტილძიმით იცის მთელი მაგისი ცხოვრება ყველაფერი თუ კი რამე სურათები იყო მაშინ ამ ბავშვებთან ერთად ამ ბავშვების ისა მერე ბავშვებს აჯინებდა ხოლმე დიდი თოჯინა ყავდა ერთი დიდი თოჯინა ყავდა და იქ სკაპზე ეჭდა და ბავშვებს აშინებდა იმ თოჯინით რო ადიოდნენ ხოლმე და ეუბნეოდა ესო ჩემი ცოლიაო კუკლაზე ეუბნეოდა ხოლმე ესო ჩემი ცოლიაო და ეტყვნენ ხოლმე როგორ შენი ცოლია კიო დღეო არ ლაპარაკობსო ხალხს რო ხედავსო არ ვერ ლაპარაკობსო ხამეო მარტო რო დავრჩებით ხოლმე მე მე ლაპარაკება ხოლმეო კაი მიდგომა ქონდა ბავშვებთან და ოჯახი არ არის რომ მაგის ნაჩუქარი ნივთი არ ქონდეს არ არსე ვერ დავიჯერებ რომ ოჯახს მაგის ნახოთ. აი თუნდაც აი ეს თევი, ეს სავსე, კონიაკი სავსე, გვაჩუკა. აი ეს მისი გაკეთებული არის, ოღონდ დიდი ხნისა 35 წელს მეტის თუ არა ნაკლების არ იქნება ბუმბულებით გაკეთებული. აი ეს ბეჭედიც, მაგრამ მაშინ ბეჭედი არისო ეს ბეჭედი. ეს იყო სათითე, ძველებური სათითეო და მე მე გადავაკეთე ბეჭდად. Ну, бევრი ნივთი მქონდა ძალიან, მაგრამ ვერ დავაფასე. პატარა გოგო ვიყავი და იყო რო ხან საჩუქარი მჭირდებოდა ხანის და ვერ მოუფრთხილდი რა ასე ვთქვათ. თეფშზე მქონდა კიდე მერე კი ვინანე რამოდენიმე წელიწადში ჩემი პატარა გოგო ესა სიცხეები მქონდა და ერთ სამი დღე ვერ დაუგდე და ნინიკოს ეწაღდა და რატო ეწაღდა ნინიკოს არ ვიცი თინიკო ერქვა ისე და ნინიკოს სიცხე აქვს კიდე კი და ესა თავისივე თეფსზე თავისი პორტრეტი დაეხატა და დაედო ოქროს ჯვარი ჯვარი აი ეს ჩამოკიდე და სიცხე всё აღარ ექნება თვითონ არ ვიცი შთაგონება იყო თუ რა იყო მაგაც ეგრე მოხდა და წლები ვინახე ის თეფში და მე რატო გავრეცხე არ ვიცი. აი ფლობასტერი თქონდა თავისი პორტრეტი დახატული იმაზე. ძალიან კარგი შერჩევა იცოდა აი დაუშვა წასაცმელზე. შერჩევას მოგცემდა, რომ რა სტილი გიხდება. ხშირად მეტყოდა ხოლმე ძიბე უჩინიძოთ ფრანცუსკის სტილი. აი დაუხატია რომ აი თუ რაღაც ის შეკერვა მდომია, აი პალტო შევაკერინე ერთხელ და დამიხატა. აი ეს სტილი დაახატინე. Да он мне на свадьбу подарил серёжки серебряные. Это точно. На свадьбу. Свадьба здесь была у меня вся кафедра. Я работала там в институте 19 лет в грузинском политехе. Он пришел на свадьбу? Он не пришел, он обиделся на меня. Почему? А потому что я пригласила его на второй день, когда соседи всех пригласила. А первый день была моя кафедра. Ну, я его не думаю, ну куда, он там никого не знает. Правда, были ченкоры Академии наук, профессора, кандидаты наук. Мне как-то было неудобно, думаю, ну что это? Я пригласила, когда всех соседей пригласила. Он обиделся на меня за то, что я на второй день его не это самое пригласила, а не в первый день. И потом как вы помирились? Да, помирились, он, потому что мне я к нему потом тоже, когда приезжала, ходила в гости. Знаете, как она сегодня обиженная, завтра уже не обиженная. Я говорю, Сергей Иосифович, я говорю, ну чего обижаться? Я говорю, вы там просто никого не знали, потому я вас не пригласила в тот день, я говорю. Ну, уже как было. Что ж теперь делать?
уже не спросил.